Лучший в столице, лучший в республике и один из лучших в стране. Дмитрий Егоров, ученик 10-й школы Чебоксар, стал полуфиналистом всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Наш корреспондент Ольга Алексеева встретилась с ним и узнала о его планах на будущее. Егоров Дмитрий, республика Чувашия, Василий Шукшин, Чудик. И вот накупил он гостинцев и отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать. Глянул на пол, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей 50-рублевая бумажка. Такая зеленая дурочка. Лежит себе, никто ее не видит. В полуфинал конкурса чтецов Дмитрий Егоров попал со второй попытки. С выбором произведения Василия Шукшина «Чудик» помогли преподаватели театральной студии «Зеркало», где он занимается 4 года. Главный герой этого рассказа, Чудик, он чем-то похож на меня. Он пытается быть смешным. Он очень любопытен. Пытается понравиться людям. И, наверное, именно поэтому я выбрал это произведение. Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в 8-й раз. Участие принимают самые талантливые ребята страны – ученики 5-11 классов, которые любят читать книги и считают, что именно чтение помогает развивать интеллект и способность мыслить. Живую классику делаешь ты! Живой классику делаешь ты! Живой классику делаешь ты! Живой классику делаешь ты! Живой классику делаешь ты! Полуфинал, в котором принял участие Дмитрий, прошел в международном детском центре «Артек». Отбор был серьезный. Из 2,5 миллионов юных чтецов выбрали около 50 лучших. Чебоксары – это город, где сбываются мечты. И моя мечта уже в какой-то степени осуществилась. Я вышел в полуфинал, я поставил себе новую цель – и буду идти к ней дальше. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.